привет, я Гуа, живу вот на втором этаже, вот в этом оранжевом домике. И смотрите, сколько до моря. И вот такой вот тропой смерти нужно пройти сквозь местных локалов. Собака спит. Буквально 100 метров уже море, даже меньше 100 метров, наверное. А море, может, 100 метров до пляжа, значительно меньше. Вот такая локальная тропа. Ящики тут шек рядом. И все. И мы на море. Выход около Dragon Cafe. Все. Пришли. Как дорогу на пляж я уже показывал, что 50 метров всего пляж. И вот от моей двери, с второго этажа, вход отдельный, показываю. Вот такая вот чудо-лестница, такая очень опасная. И есть лестница на крышу. На крыше можно посидеть, но там очень не оборудовано, как бы стоят просто баки, очень мусорно, поэтому я там не зависал. А здесь вот обычная такая дверь. Замок со щеколдой, то есть нужно свой замок, желательно навесной. Вот я его привез. И вот так мы заходим сюда, и сразу кухня. То есть такое небольшое пространство, такая типичная гуанская квартира, дешманская. Такие вот у них раковины очень интересные. Вот газовая плита, газовый баллон, все достаточно просто. И здесь куча выключателей. Холодильник. Холодильник такой, конечно, ушатанный, но без проблем работает. Вот здесь из кухни душ, туалет. Как всегда, что в Азии, туалет, как бы душ совмещен. Обычный унитаз. Вода подкапывает, поэтому ставлю ведро. А вот водонагреватель есть проточный. То есть все достаточно как бы простенько. Дальше большая комната. Извиняюсь за беспорядок, сегодня ночью улетаю. Большая кровать, такая очень удобная, достаточно жесткая, спать на ней хорошо. А здесь вверху сушилка для одежды, два вентилятора. То есть все очень быстро сохнет. Стол. Такой небольшой стеллаж. Все в плитке. И вот такая дверь на балкон. То есть у них такие двери вот с такими же вот запорами, щеколдами. И вот здесь такой открывается большой балкон. Вид с балкона на во двор соседних домов. Как бы, грубо говоря, вида никакого. Вот балкон достаточно большой, такой вот треугольной формы. И решетки такие на окнах. Вот очень такой большой балкон, можно посидеть, не знаю, покурить кальян, просто поболтать. Свет везде они, в принципе, ставят энергосберегайки, а у них еще как бы так не принято ставить светодиоды, но энергосберегайки. Нет проблем. Вот такое вот жилище. Снимал я его в самый высокий сезон, то есть это конец декабря, январь. И стоило это 18 тысяч рублей. А с крыши видно море. А здесь буквально 50 метров до моря. Всем рекомендую, если кому нужно жилье в Рамболе и устраивать такого уровня. То есть есть жилье очень хорошие, есть вообще ушатанное, то есть, а это какое-то нечто среднее.